Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и с вами снова Crash Bandicoot. Мы продолжим с этим мазорником путешествие за нашей подружкой. Ну и впереди очередной уровень. Не так, кстати говоря, далеко мы уже, в общем-то, от этого злого-призлого доктора. Так что трепещи, доктор Кортекс. Так, и вот этот уровень, он, я его, это вторая на самом деле моя попытка вот это будет. Я его начинал проходить, но до конца не прошел, я помер где-то там на середине, наверное, на середине, не знаю. И это, в общем, вторая попытка вот моя будет, так скажем даже, ну да, вторая. Уровень такой жесткий, конечно, уже тут всего на вплетали прямо столько разных всяких ловушек в разные комбинации. Так, ну то, что начинается с жизни, это хорошо. Так, я теперь знаю, что вот этих вот чертовых летучих мышей можно убивать, ихний поезд вот этот вот, сбив начальную и конечную, вот эти мышей, которые висят просто. И они тогда перестают летать. И это хорошо. Это не может не радовать. Так, вот опять мои любимые ящерицы, блин. Ава-на-на. Теперь более или менее уже знаю, как с ними расправляться. Так, вот опять тут мышка висит. Наружка. Ящерицы тут строем ходят. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Разрушили. Украли мою масочку. Так, о, еще одна жизнь. Вообще четко. Так, ну пока еще это цветочки. О, опасно. О, еще жизнь. Ну, они нам все понадобятся. И хорошо, что их дают. Лучше жизнями, чем без них. Ой, вот это место, да, я вот здесь столько жизней потратил первый раз, когда проходил. Вообще палевное место такое. Короче, я тут, не знаю, я вот таким макаром, может тут как-то по-другому можно, но я так, дедовским способом. Так. Оп. Вот опасное место тут. Подгадать тайминг с мышами. Ну, хорошо, что получилось с первого раза. Главное не сдохнуть теперь. Да блин. Только сказал, что лучше не сдохнуть. Не задел. Ну, ящерица — это вообще отдельная песня. Ох. Плохо, что не получилось с первого раза тут. Сейчас будем тут подгадывать. А! Вот, в принципе, тоже повезло. Ай-я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 й. Фух! Так. Тут они сейчас... Ага, вот вместе уберутся. Чик, все. Блин, какие испытания на долю бедного Крэша выпадают. Вообще палево. О, чекпоинт. Великолепно. Ага, еще и бережок уезжает. Так, так, так. Тут тоже надо, блин, подгадывать. Тут уже дальше вообще очень многие такие головоломки, ну или места на таймингах основаны. Прям надо совмещать несколько составляющих. Ох ты, блин, опять она убирается. Так, ага, тут жаровня. Тоже интересно, тут с бережком с этим. Фу.
Оу-е, портрет подружайки. Соответственно, есть шанс засейваться здесь. Кстати, когда я первый раз этот уровень проходил, по-моему, я даже до сюда не дошел. Да, я не дошел до сюда. Упс. Нормально. О, сколько яблок раскидали. Хорошо. Так, что там, есть еще что-нибудь? Нет, не пройти туда. Ладно. Так, это тут каруселька это. Хоп! Живем. Оп, оп. Так, там что? О, чекпоинт, нифига, куда они его засунули. Больше ничего нет. Так, здесь что? Ого! Тут платформы движутся, еще и сверху эти кирпичи, блин. Тут прям надо вообще по таймингу подгадывать. Ай, ой, блин! Ай-яй-яй-яй-яй! Оу! Аж в холодный пот бросило. Так, а тут смотрите, как быстро уже эти елозят. Так, вот. Жизнь есть, да, точно. Жизни, отлично. А, блин! Блин, сам же маску вышвырнул. Капец. А, блин, мыши. Не заметил, не заметил. Так, ага. Блин, опять отсюда. А, опять тут подгадывать. Ну тогда вообще повезло мне здесь. Я что-то так толком и не понял. А, вот-вот. Прыгнула. Блин. Как раз тогда, когда она убралась. Черт. Так. Сейчас будем тут стоять, ждать. Так, ну давай, Крэш. По идее, можно он через две, наверное, перепрыгивать было. Ну ладно. Лучше не рисковать, пакет. Так, сейчас надо масочку по-любому взять. Текс. Иди сюда. Отлично. Ну, погнали. Так, тут мыши, блин. Аккуратней. Пью. Валет сюда. Ой-ой-ой, чуть не сгорел. Ё-моё. Так, жаровня. А, можно было там попрыгать на батутике. Ну ладно. Один остался. О, скоро за соточку жизнь дадут. Ова-на. Тут вообще палево, я смотрю. Уже чисто по одним платформам. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Блин, и это еще убирается. Ой-ё! Ой, повезло, маска была. Нифига себе. Вообще жестко. Одна ошибка и все. Стыки тебя сожрут. Да елки-палки. Ой, хорошо, что этот бережок не исчезает. Так, блин. Надо тут тоже опять подгадывать. Блин, ай-яй-яй-яй-яй. О, так, аккуратней. Аккуратней, Крэш. Сейчас не спешим. Да, что-то прям такое место интересное. О, есть. Чекпоинт, великолепно. Опа, а где же был этот? Где ящик? Тут
где-то можно. А, вон он сверху, вижу. Все, понял. Блин, это с ящериц, походу, надо было. И ящики станут видимыми. Так, что тут у нас опять, блин, по-разному. О, вот сейчас можно бежать. О. Так, товарный состав тут этот с мышей. Блин, смотрите, какие прикольные задники, вообще красиво. На закате, вообще четко. Ой-ой-ой. Да, сейчас вы у меня прекратите летать. На. Да. 91 яблочко. Ого, 4 аж здесь. О, блин, вот опять. Косяка упорол. Можно было жизнь взять. И еще рожу этого доктора Айболита. Ладно. Все равно, блин, я походу здесь сейчас один фиг сдохну. Ничего себе они тут. У меня, блин, глаза разбегаются в разные стороны. Не могу уследить, короче, как они тут движутся. Нормально. Зашибись. На авось побежал. Так, сейчас попробуем выбить этот. А, блин, вот мимо уже. Надо было раньше. Где тут масочка? Вот она. Блин. Так, ну, третья попытка. Да. Опять неудачно. Черт. А по нему надо, интересно, именно сверху на него запрыгнуть, на этот ящик, или можно и снизу бахнуть башкой. Так, выше. Ждем-с. До первой звезды нельзя. Оп. Получи, фашист, гранату. Так, блин, они аж по 4 палево вообще. А, блин, опять я со своим ураганом снес этот ящик. Ой, 99, гляньте. Ну сейчас, блин, опять здесь сдохну. Тут если только чисто вот повезет. Я фиг знает, как тут бежать. Понятия не имею. Ладно. Сейчас. Тут что-то две потом ждет. Ой. Нет, они еще и по-разному двигаются, блин. А, во. Повезло. Так, эти, походу, внизу, они будут проваливаться сейчас. Ой, вот здесь вообще надо аккуратно прямо. Ништяк. Первое есть. Блин, вот по-любому сейчас здесь улечу. Жизнь-ка. О, нормально. Чекпоинт. Вообще класс. Ну, да, и портрет. А, второй. Я что-то думал, третий. О, блин. Чё ж вы со мной делаете-то, а? Вообще сам не понял, как прошел. Еще жизнь, ну, ништяк вообще. Еще одна. А, это за соточку, ага. Блин. А, тайминг разный. Понятно. Блин, тут уже над каждой головоломкой надо думать прям. Оп! Оп! Ух. Ну это прямо Соника напоминает. Все вот эти вот платформы крутящиеся. О, еще жизнь. Блин, как сейчас отсюда?
А вон она. Повезло. Не, ну с другой стороны, как повезло? Это ж мастерство все. Я аж уже имба. Я прям чувствую, как мастерство по крови расходится у меня. Прям чую силу. О, да! И вот о чем я и говорил. Сейчас бонус тур. Ой, главное его сейчас не просрать. Они сейчас каждым разом все круче и круче, блин. Дайте я по дереву погуляю лучше. Ого. И чё тут? Ой, ребята, ну вы накуролесили. Так, через верх. Чё, не перепрыгнешь? Нифига тут надо... Блин, тут вообще аккуратно надо. Очень надо сосредоточенно действовать. Чик. Ну. Чуть-чуть осталось. Ай! Ой, блин, нажал на клавишу. Чёрт. О, да. Две жизни еще. Дорогая, пойдем со мной. Ну, пойди его. Хватит тут стоять на дереве висеть. Не хочет, зараза такая. Ей больше нравится по деревьям скакать. Хотя она вообще, по идее, в плену должна быть у этого Квортекса, блин. Это, наверное, не она, это ее клон. Или вообще надувная кукла. Правильно, нефиг ей с нами делать. Ой, блин, прямо над огнем. Ой, плохие у меня предчувствия. Так, ну эти хоть не так быстро двигаются. Так, оп. Чик. Ничего себе, какой длинный уровень. Вообще жесть. Не, ну правда я не особо быстро его прохожу. Ну ты шупалево, я вот здесь вообще первый раз. Получается, я при первом прохождении его, я, блин, даже третий, наверное, не прошел. Сдох. Ого, как они быстро елозят. Вот это да. Уйо! Главное в жаровне не упасть, он в те. Тут хоть это, бережков много. Вообще палево. Чик. Чик. Оп. Эй. Ой, ну хоть сюда упал. Хорошо. О, ну вообще, как имба просто. Текс. Что тут у нас? Сейчас по-любому ящерица будет. О, я же говорю. Вот гадина, а. Еще и маску сняла. А, не, не сняла. О, конец уровня, ништяк. И тут батутики. О, прикольно, сколько я вот. Ой, жизнь, ну просто вообще. Задаривают, задаривают. Говорят, ладно, Скубер, не печалься. Хоть ты тупил долго на уровне, ну вот на тебе жизни. А, я думал, здесь тоже жизни будет. К хорошему быстро привыкаешь. Ладно. О, действительно, надо пот со лба утереть. Очень сложный уровень был. Прям, по-моему, вот этот самый сложный пока что. Так, ух ты, где-то будем сейчас в вулкане, походу, лазить. Коала, Конг. Коала, еще и Конг совместили. Это что-то с Donkey Kong Country? А, то... а походу, босс. Ха. Точно. Так, и что тебе делать? Ух ты, блин, шахтер. Нифига себе, он камнями кидается. Еще и это, динамит здесь. Вообще норм. Тут, а, тут ты особо и никуда не денешься. О. Еще и камни некоторые остаются, блин. Так, а как его долбить? Надо, походу, как-то динамит этот, что ли, туда закидывать. Или что? А как его туда закинешь? Он же нафиг взрывается, когда ты вот так ураганом его... Ну, козлина. А, во, он камнями это. Я что-то первый раз не заметил. Прикольно, вон оно. О, блин. Масочка спасла, да, походу? Блин. Оказывается, его камнями, короче. Его же камнями надо долбить. Короче, ураганом, да, походу, так. На камни, что ли. Типа откидывать их. Ему в обратку. Ну-ка. На тебе.
Вот так вот. Кстати, у них жизни, я смотрю, все больше становится. Так, что-то некоторые камни отлетают в него, некоторые разбиваются, непонятно. А, блин. На. О, блин, поздно. На динамит засмотрелся. Блин, сейчас еще. Блин, со всех сторон обкладывают динамит, эти шашки. Этот камнями еще крыса кидается. На. Блин, да что они разбиваются-то? Чего они в него не отлетают? Блин. Что-то и летят еще не медленнее, что ли, другие быстрее. Ух, вот эти вообще что-то быстро он швыряет. Ну, блин. Куала Фрэнк. Да ты че? На тебе. Давай лучше вместе пойдем на этого Квортекса. Он же походу тебя тут это эксплуатирует, дурень. Ты тут на него работаешь. Да-да, силач. На тебе вот в лобешник. Надо сообща, блин, действовать. А-а-а, динамитные шашки. Блин, да что за фигня? Чё-то не пойму, почему одни это разлетаются, а другие нет. Да ё-моё. Медленнее летят некоторые. Ну давай, давай. Возьми меня, Куала-Лумпур, чертов. А, кажись, понял. Вот он их... А, вот... Блин, фуфлыжник. Это, он... Короче, кидает, которые подряд, они вот, ну, летят как бы и разбиваются. А вот это, когда он потом идет с этим булыжником, вот он, короче, остается. Да-да-да-да-да, все, я понял. Ну, все, тебе хана, крысятина. Все, Куала-Лумпур, ты попал. Главное алгоритм понять. И все, дальше уже. Я с тобой сейчас разделаюсь. Да, вот, все, все, понял, понял, понял. Давай, сейчас снова будет кидаться. А! Вот динамит тут, конечно, вообще шашки эти. Ой! Че, задело все-таки? Черт, я остался. Ну. Блин, завалил. А, она еще и это, медленнее летит, походу. Та, которую он кидает, вот. Поэтому... Поэтому я по таймингу иногда просираю. Начинаю вертеться рано. Да ё-моё! Чудо, ты офигел. Блин, заговорился. Ну ладно. Давай. Вот это сейчас, да, останется. А-а-а. Да, вот у нее по таймингу ее сложно попасть. Ух, блин. Силач, силач. Так, вот это сейчас полетит медленнее. И ее в обраточку сейчас мы адресуем. На, назад к отправителю. Абана. Есть, отбил. Ага, вот это сейчас в морду и полетит. Так-а. Залепил в харю. Так, вот сейчас самое палево. А, блин, нифига, прям на бошку сверху динамит упал. Вот это да. Так, ага. Так, там еще вагоны закрывают его. Получи, фашист, гранату. А. Не, ну такой прикольный босс, в принципе. Понять... Поначалу сложно, что здесь делать, но когда понимаешь, что нормально, весело становится. Ну и все, последнее. А, вагончик. Тыщ, на тебе. Все, завалили Куала-Лумпура. О,
Так, это у нас что, второй уровень пройден? О, смотрите-ка, мы на последний остров перебрались. Отлично. Ну, держись, доктор Квортекс. Ладно, ребята, закончим на этом, а то уровень был там длинный очень. Спасибо большое, что смотрели. О, гляньте, там дирижабль у него висит. Ладно, продолжим биться в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока, увидимся в следующей серии.